СК. Вот, на круле он. Такс, пошли у нас. Ой, Форт, ой, Глей, точнее, не очень удачно зашел в кусты, потерял половину ХП его, конечно же. Он, конечно же, подхиливается, но все равно. Надо осторожнее. Ну, книжкой он сейчас восполнится, спокойно. Ну и пока ни в какую сторону не идет матч. Вот уже прошло 5 минут, у нас ситуация ровная абсолютно, и кремов цепляют. Конечно, это не очень удачный выбор таргета, его сложно убивать, но убивают. Тетна снимает армор, спину, и его спокойно разбирают под бафом Леона. Неплохо сыграно, берут фраг. И уже вырываются на 1000 по золоту. О, Раф заходит, вгрызается в Тетна. Но сам получает от Адажа, и приходится ему отступать. Ну, какие, может, ребята, у вас есть какие-то предикшены на матч? Как вы думаете, кто Я победит? ставлю на Агасаров. Корсаров. Ну, в принципе, то есть сейчас игра все-таки счет 1-1 говорит сам за себя, пока она ровная и сложно что-то предугадать, да. Нет, я... Ну, ты, то есть, уже вперед немножко смотришь и примерно представляешь, что может быть дальше. Ребята пишут у нас в чате, что лагает. Ребят, стрим сам не лагает. Я вот его сейчас проверяю лично. Это, скорее всего, на вашей стороне какие-то проблемы, а у нас все отлично. Вот. Ну, продолжаем следить за игрой, в принципе, то есть прогнозы наши понятные. Все-таки мы за Gunstars, да, болеем больше в этом Ну, плане. я именно в этой катке. За, да, именно в этой катке мы считаем то, что пик Gunstars все-таки будет более выгодный в дальнейшем. Ну, посмотрим. Ну, если ребята смогут фокусить как-то один таргет из СК, то, может быть, у них есть шансы. Вот пытаются сейчас вдриться в Тетна. Ему нормально урон, кстати, прилетает, но Финн слишком на лоу ХП, ему приходится отступить. А ну мы видим, да, то, что СК сейчас зажаты под своим тауэром, причем всей командой, и пытается их прям там напрягать очень сильно команда ГС, Ну да. и получается у ГСК это сделать. Форсаж не очень удачно дает медик, однако выталкивает Леона. Ой, как хорошо, там Финн ударил, по двоим попал, и уже минус Адажио. И Меркинг пытается отвести противников от своего ворона, и у него, в принципе, это получается. И не очень удачный Ну, размен. по-моему, сами ошиблись, да? Как думаешь, Кирнал, зайдя за тавр так нагло? Ну, конечно, на таких, ну, на таком левеле, мне кажется, рановато заходить за товар. То есть, как правило, дефа маловато. Даже Да. обычного, ну, базового. Переоценили свои силы, так сказать, команда ГС, и теперь нужно им задуматься о том, чтобы умерить свой пыл, наверное, нарастить преимущество по фарму. Видно, что они, в принципе, готовы к дракам, но не готовы, Ну, да, не под но не под вражеским вражеским тавром. тавром. Да, конечно, ему просто стоит аккуратно играть, фармить, так немного подпушивать турели, но не лезть под них. И все, и выйти уже не будет шанс поиска. Вот, а сейчас они немного подфидели своего соперника, отдавшись. Да, и видно то, что Так. подуспокоились немного, дальше не лезут уже. Ну, это правильно. Нет, на самом деле выгоднее форсировать первый спил, а не второго Глэйва. Ну, у него 3-3 идет пока, но там да, там был второй сначала вкачан. Может, мискликнул? Да, ну и держатся все вместе на... Вот Раф не очень удачно сейчас свои чехнул кусты, может отлететь. Ой, Леон, вот это обидный ультимейт, конечно. Очень зря он нажал эту кнопку, скорее всего это был мисклик. Но очевидно было, что Раф не будет дальше драться, и такие ошибочки это опасно, Ну, опасно. возможно, он думал, что вся остальная команда SK Gaming подтянется к нему, да, и войдет в атакующую как бы, позицию, но нет, этого не случилось, поэтому, да, ультимейт был просто потрачен впустую.
Да. И вот сейчас они могут за это поплатиться. На приске уже заходят ТСК, пытаются брить Тетна, не получается. Тем временем Раф получает много урона, отсиливается неплохо от Тетна, но все равно погибает, он был уже без брони. Медик пытается пробить Тетна, тот хилится с помощью Адажио. Медик все еще живой, убивают Тетна, должны добивать медика. Пытался спасти Финн, своего тиммейта, но этим хуком, скорее всего, похоронил себя. Хорошая драка для Ранг Старс. Да, мы видим то, что в открытой местности, да, вот так вот, даже несмотря на то, что они начали рудника бить, казалось бы, позиция не очень выгодная, но они были готовы к этой драке, несмотря на то, что был уже потрачен ультимейт. Да, справились и без него. Ну там как-то не очень удачно позиционочку выбрали ребята из СК. Да, и счет становится 4-4, но видим то, что ГС, в принципе, смотрится очень хорошо, убедительно. Какой геймстат у Ворона, я не вижу точно. Что, у Ворона 101, 102 уже. 50 минуте, хорошо. Да, очень неплохой крипстат. Ну, мы видели, да, как долго он жил в этом замесе. Никак его убрать не могли сразу. СК. Ну, это за счет своего, наверное, атаки второго скилла и хила даджо. В идее вообще будет невозможно убить Ворона. Ну, Ворон долго жил, и его били просто всей семьей. Да, ну и пытается забрать Тедлин вышку. Пока это не очень получается, чуть-чуть не хватает дэмэджа и крипов нет, собственно. Но, наверное, сейчас все-таки они ее должны добить. Хотя крипов останавливают перед ней, никак они не могут дойти. Да, они сейчас должны подраться, попытаются, наверное, подраться. Все-таки в тимфайтах у них нормально получается. Вот Финн фейсчекает, может за это поплатиться. Он уже навряд ли здесь так просто уйдет. Раф пытается ворваться. Хороший блок от Эмеркинга. Минус 174 урона отправляют Финна на базу. И, скорее всего, сейчас ребята потеряют тавр. А там заехала маска на Глейва. Что скажешь, Кинан? Ну, это нормальный я билд? Думаю, нет. Маска на Глейва, первый майтемом, это что-то такое. А, пультует Эмеркинга, он его скорее... Ой, даже не добивает, хороший фонтан там зашел. И делают фактически эйс, успел просто встать Финн. Ну, маска на Глейва и... Да, маска на Глейва, замакшен и второй скилл. Да, даже чат с нами согласен. В чате, ребят, всем привет, кто присоединился буквально к нам недавно. Пишут, что новый набор голосов небольшой, да. Сегодня для вас комментируют игры Антон Кутузов, Александр Корешков, это я, и наш специальный гость из команды Snow, Кинан с ником Кентусик. Так что вы можете задавать вопросы, которые вас интересуют по поводу команды Team Snow, и Кентусик попробует вам дать какой-то ответ. Так что дерзайте. Да. В чатике мы читаем, следим за ним. Ну а пока Гангстарс уверенно давит эту карту, ну и вообще просто билд медика, он немного странный. Может быть, из-за этого не очень хорошо получается у СК, опять начинается драка. Пытаются убивать Леона, хороший выбор таргета, Крем уже отвалился. И убивают таки Леона, но Ворона фулл хп, и, конечно же, слишком много было потрачено в Леона. И закономерный эйс для команды Gangstars. Да, действительно, все четко. Ну, неужели это настолько пиксельные, либо ребята все-таки исполняют на этих персонажах очень хорошо? Я бы сказал, здесь и то, и другое, да? Ну, да. Ну, и вот я, учитывая то, что собирает медик, маска на Глейва, и... Ну, это как-то, ну, такое. Маска, пила, что-то он еще там начинает собирать. Ну, неужто пока не ясно, болеет? Но, видимо... Это будет просто билд, новая мета. Они, кстати, как раз в последнее время играют, ну, СК я заметил, пиками, где присутствует, ну, 2 ВП, ну, 2 ВП сборки. Ну, да, ну, в круг, в принципе, там много ВП собирать, наверное, не будет. Он так, на скорость атаки, чтобы быстрее второй стакать. Да, он уже не успеет.
Да, ну, сильно зажали команду СК Гейминг у себя на своей половине, ребята из ГС. Нет, да. Ну шансы-то все еще есть, на самом да, деле. Да, естественно, шансы всегда есть. Ошибку может допустить, ну, как бы, любой и топ-игрок, и команда. Тебя спрашивают, Кентусик, почему Баш не стримит? Не знаю, времени нету пока что. Вот такой ответ. И сон у нас, ну, быстро. Сиска очень часто стримит. Ну, это мы знаем. Его я тоже стримы... стараюсь, ну, максимально часто. И... Даже если это не часто, но это долго происходит. То есть обычно это 3-4 часа. Это стрим... Ты про стрим сосиски? Свои. А, угу. Ну и редко лам, по-моему, стримит. Ну, сейчас будут просто брать Кракена, ГСК, вот попытаться, хочешь попытаться помешать им команда ГСК. На самом деле, они его отвоят, чтобы Кракен, наверное, на них перешел. А, нет. И пытаются, начинают убивать медика, избивают ультимейт Леону, приходится тратить Крулу свою ульту, в него заходит фонтан, не спасает он, к сожалению, медика, и Драко уже очень, ну, вообще почти не ранен просто из ГСК. Просто в нулину разорвали, так сказать. Неиспользованный фонтан. Да, и заберут сейчас, естественно, Кракена, и, наверное, ну, пойдут, закончат этот матч в свою пользу. Там Леон тем временем пушит, все нормально. Ну да, даже фонтан не был прожаться, это прям в нулину просто действительно тимфайт был. Я думаю, что здесь шансов уже практически да, нет. Как бы такая точка невозврата, она все-таки существует, и, наверное, она именно сейчас настала. Ну, пока вот Кракен выпущен, будет идти в сторону базы команды SK Gaming. Кентусик, расскажи нам вообще, на каких ты лично предпочитаешь героях играть? Может, какую-то имбу посоветуешь, какую-то сборочку на своих любимых персонажей для наших зрителей? Ну, в принципе, я люблю Ададжи. Ададжи. Это не даже. Знаю, кого еще. А так за остальных. Ну и сборочку на него, может, какую-то. Нет, он, кстати, умирает, просто стоял очень долго под тавером, ставит только сейчас ультимейт Леон. В принципе, не было уже Крула, сбить некому. И это Эйс. И good game. Я думал, Баша посадили, нет, он свободе. Счастье на свободе. Тетна хотят пробивают, но он просто выхиливается, фонтан заехал вовремя. Нет, он, кстати, умирает, просто стоял очень долго под тавером, ставит только сейчас ультимейт Леон. В принципе, не было уже Крула, сбить некому. И это Эйс, и good game. Я думал, Баша посадили, нет, он свободе. Счастье на свободе. Ну что ж, первая карта закончилась просто в одну калитку. ГСК не ощутили своего соперника. И что ж, вот, Затары, команд, ну не знаю, из необычного можно про билд медика поговорить. Тут можно только посмеяться. Ну, у него... У него реально какая-то очень странная сборочка. Он купил маску и чего-то эта маска не очень себя реализовала. У них еще и три атласа, то есть я ни разу не видел, чтобы, ну, то есть ворон был под атласом. Видимо, они прожимают все одновременно и просто Тетна либо прожимает блок, либо ульту. То есть у них, наверное, нету... И... Ну, когда они, может, испугались, когда они сыграли несколько нейронов. Может быть. Ну что ж, мы, дорогие друзья, далеко не разбегайтесь. У нас сейчас скоро прям начнется вторая карта. Вот у Леона вот это вот второй закуп. То есть это Акири Ададжо. Наверное, самый сильный билд, который можно на него использовать. Это ток и миф. Окей. Ну что ж, дорогие друзья.
Возвращаемся в телевизор, дамы и господа. Вторая карта у нас пошла. Секунду. Все нормально? Ты хотел ответить, Кинан? Пошла сразу бан у нас, Ворн идет, это такой респект бан. И собирают в этот раз, у ГСК же было даже. Они... Ну, чтобы от второго не отлетать. Ну, вот. Забирают Тетна Ринга. Как же ответят? Интересно, ребята из СК. Ну вот смотри, думают, кого пикнуть. Сейчас. Да какое эхо, ёма. Хорошо. Блин, надо это убрать. Секунду. Все нормально сейчас должно быть. Мне кто-то поменял просто. По расположению кнопок. На ВГЛ канале даже не писали. Лол. Там что, ошибки что ли? Бывает. Ну, все мы ошибаемся, со всеми такое происходит. Ребят, как пока у нас идет загрузка, может быть, расскажете, как у вас на улице? У нас, например, зима. У нас лето. Плюс 14-15. Ну, не Петербург. В Москве. В Москве, по-моему, даже. Ну, у нас в Красноярске, короче, весело, блин. На улицу выходишь, снег по колено. Не удивлюсь, если гангстары сейчас используют, ну, стратегию, как Team Secret. Как они против Сноу играли, вот, недавно, вчера, по-моему. Можно сказать, с пушем. То есть, ринга будет отдаваться весь фарм, скорее всего. Это игра будет. Ринга один нафармил больше, чем трое из противников. У нас это ситуация стандартная. Два саппорта и ринга. Ну, в принципе, тут есть чем его убивать. Ну, в принципе, они, возможно, даже подойти к нему не успеют. Ну там же есть глейф, он может быстро сокращать дистанцию. Да, может его засадить. Даже может замедлить. Короче, вряд ли подойдут даже. Законтрили? Ты хочешь сказать, что гангстарсы тут не то чтобы они законтрили, просто это сильно страты, так сказать. Ну и как мы видели в прошлой игре, ребята умеют командно очень хорошо играть, действовать, и поэтому мы будем ждать от них очередных хороших действий. В общем, так сказать, пушпики они выигрывают. Сложно играть против пушпика, ну и баф стратегии, вот баф стратегии, пушпики, это жесть. Ну, все пушпики, они как раз таки, ну, отталкиваются от бафа, то есть там должен присутствовать адажа. Ну да, да, это... А там либо ринга, либо пила. На самом деле пила. Там и кастрел заходит. Я помню, в Лондоне так Team Secret сыграли. Так, у нас тут драка в лесу. Подставляется немного MR King. Ну, он, скорее всего, не должен здесь умирать. Да, уходит. Но вот ребята из СК пойдут сейчас фармить чужой лес. Хотя там ничего нет. Они забрали только два дешевых крипа. Так что это... Не очень много потеряет ГС. Да.
Ну, так, посмотрим, что у нас на линии. На линии Тед наперефармливает медика прям вообще конкретно. Ну, конечно, пока отходит Тед в магазин, медик догонит эту разницу. Но все же, сложновато ему на скарфе. Да, сейчас бы снежки в мае поиграть. Это вообще просто 10 из 10. Я надеюсь, у нас к лету, к июню хотя бы снега не будет. Не, на самом деле, ситуация, вот, которая у нас творится на улице, и не помню, когда так давно была вот именно такая погода в это время, вот как раз хорошо запоминается День Победы, да, какая погода была в прошлом году. Там она была холодненькая, такая прохладная, но чтоб так снег валил, извините меня. Тем временем сделали фраг First Blood, Крем добил Ордана, там опять не подставились, ну вот как-то пока не очень удачно получается играть в лесу ребятам из Gangstars, а вот СК агрессирует, и эта агрессия пока им идет на пользу. Ну с Фортресом они должны, в принципе, агрессировать. Ну да, Фортресс это такой герой, ты должен Фортресс просто позволяет слабому леснику, то есть Верли, ну, быть намного сильнее. Тот же Крул там с этим Фортрессом, это очень сильная комбо. Хотя вроде как и Крула там вначале могут многие персонажи закомпить, фарм отобрать, а с собакой намного сложнее, ну с Фортрессом. Ребята хотят третью карту, вот как вы думаете, будет ли она здесь? А кто-то хочет даже пятую, но пятую только пятую, в финале. Да, пятая может быть только в финале. А на прошлых, на финале прошлых квалификаций как раз таки было 5 карт. Ну, посмотрим, будет ли сейчас. Пока все складывается так, что Леон второй раз может оказаться в финале и может победить там. Так, Раф пытается... Ой, застилил крипа. Подошел здесь Тетна, и вот сейчас ситуация уже не очень у СК. Надо забирать хоть кого-то. Растягиваются. Пытается отвести соперников Крем. Ну, у него это не получается. Его убивают, и сейчас еще убьют Рафа. Ну, в этот момент Скарф пушит. Два фрага. Или нет? Ну, как-то не сильно он пушит. Не особо. Да, загуляли ребята из команды SK Gaming, слишком задержались в чужом лесу, подтянулся, соответственно, Ринга, и там ребятам рассказали, что так делать не надо. Что ж, да. Ну, я думаю, они... Поосторожнее будут действовать в следующий раз, а то они реально, ну, очень далеко зашли. У них сначала все неплохо получалось зафармить как свой лес, так и чужой, и при этом они сделали фраг свой первый. Но сейчас им дали прям такой отпор жесткий. Они не сильно далеко зашли. Вот они где-то здесь останавливались, а там они уже прям за флаг пошли. Там что-то начали мансить. Ну, конечно же, Ринга подтянется. Тетрагидра, что такое ФБ? ФБ? First Blood. Ну, не совсем. Нам показали кусок, я просто... падал, по-моему, кто-то одна. Да. Что ж. Опять встреча в лесу, Эмеркинг может сильно подставиться, может не уйти. Надо, чтобы Ринга подошел. Через стенку хотел, да, через стенку хотел Эмеркинг прыгнуть на Тетна, но получил форсаж в лицо и уже никуда не уходит. Да, и 6 минут у нас позади, счет 2-2 становится в игре. Ну и пока ничего не ясно, собственно. Абсолютно ничего, вообще никакого. Ну только что у Тетна крипов побольше, чем у медика. Ну и у Тетна еще 2 ассистика есть. Так что волнуется, наверное, медик. Все-таки сложно играть против... такой команды, Gangstars, там именитые игроки. Ну и еще сложность возникает, когда они проигрывают первую игру, то есть счет 1-0. Да, это дизмораль. И вот сейчас выход на Тетна, хорошо, можно его забирать, и, конечно же, он не уходит. Ну, пытаются разогнаться. Кстати, неплохо они денег подняли на одном ринга. И попытаются сейчас запушить. Ну, Эмеркинг дефает пока что. Там вот подтягивается Леон.
там все в чатике все по поводу Скарфа немного недоумевают, что он так проседал по фарму. Ну, сейчас он не проседает уже. Тед отправили на базу, Скарф успел позабирать крепочков. Ну, медик... А, медик еще не погиб ни разу, так что, в принципе, ребят, что вы так на него ополчились? Да, он немного проседал в начале, но сейчас вроде более-менее вернулся в игру. Коммент последний. Там огонь там в чате. Это... Выпендривается. Это чатик все-таки, здесь можно писать все что угодно. Ну, огонь это известный на наших просторах игрок. Говорит, все всех разнесет, всех шестерых. Ну, надо будет попытаться ему как-нибудь устроить такое, хотя бы против трех пончиков сразу. Раз он всех шестерых собрался. А, ну да, да. Мид раз на раз будет в 6 планшетом бахать. Нормально, он поиграет. Так, ну и пока у нас игра немного приуспокоилась. Счет 3-2 в пользу SK Gaming. 9 минут позади. И пора бы каких-то действий, что ли, увидеть более активных от команды. В первую очередь SK Gaming. Мне кажется, нельзя им слишком далеко заходить в лейт. Реально, Ринга под этими бафами может прям соло всю команду разнести потом. Ну так в этом и суть, чтобы он соло всех разносил. Вот сейчас выход на Тед, на хороший блок, никуда он не уезжает, и Раф может встрять. Хорошая калитка, Раф встревает, он погибает, и Крем тоже здесь отправляется на базу. 100%, конечно. А вот и контра, ну, вот медик... этого выхода от Глейва. Просто блок, и все. Да, хороший блок, просто Тед прочитал тайминг и никуда не уехал. Да, то есть казалось бы, да, вот, ну, как ты вначале говорил, то, что Глейв хорошо сокращает эту дистанцию между персонажами, да, вот сократил и был наказан. Я он хорошо встал, когда они добирали майнера. Он встал в угол, то есть в левый, в верхний, потому что туда обычно с карты стреляют. Первым скиллом, чтобы забрать да. Майн. Чтобы это, да. Чтобы не застилил Скарф вдруг. Да, хорошо. Ну, СК... Ой, ГСК неудивительно, что это ребята... Они все-таки выиграли как бы прошлые квалификации. Похоже, что они серьезно настроены на эти. Так, Кинан, тебе тут вопрос задает. На что ты готов, чтобы стать менеджером команды? Менеджер команды какой? Да, менеджер, во-первых, какой команды? Снова. И, может быть, и вообще надо было начать с того, хотел бы ты стать менеджером, а не игроком. Да, я думаю, это скучно. Быть менеджером? Ну, Look at me вроде пока устраивает. Это файт. Да, там такое, попытались немного Тед-то... подстричь, ну его конечно же подсейвили когда грамотно. Когда снова выиграет турнир, да я думаю на живых финалах они покажут намного лучший результат, чем на квалификационных. Да, кстати, в любой дисциплине очень сильно разнится вот это вот, когда ты играешь в онлайне и когда на лан-финалах команды некоторые, например, привыкшие играть в удобстве с дома, да, они показывают лучше себя, а когда приезжают на лан-финалы, там, то есть и волнение возникает очень сильное, и, ну, могут просесть по игре, а другая команда, наоборот, может проявить себя с лучшей стороны, вот поэтому... Вот опять на Тед на выход, ну, конечно же, здесь будет подсейв, и от этого выхода, получается, КРМ прострадал больше, чем Ринга. Ну, по крайней мере, мы знаем, что Сноу точно с Цунами будут на лан-финалах. В прошлый раз они заняли второе, посмотрим, что они продемонстрируют в этот раз. Мы все верим, надеемся, ждем. Так. Просто ходят ребята. Много вот это на...
Так, Тедна немного неудачно зафейс-чекал, и его подталкивают, но он до сих пор живет там, доезжает фонтан, да, он выживает и еще убивает Крема. Очень-очень много сейва идет Тедна, его даже под башней, его фортресс, ой, Финн, да господи, Глейв закинул его под башню, и все равно не погиб Ринга, хотя у него из брони только блок. Пельмешки Дарья. Медик, он подставляется очень сильно, попытался Приска застилить хотя бы, но не получилось, отдался сам, и Приск тоже уходит в копилку Гангстарс. И вот сейчас ситуация не очень. Ой, Sky Gaming. Кинан, ты начал говорить о переменах в составах, может быть расскажешь, поделишься с нашими зрителями, какие перемены грядут? Ну, на самом деле, в Цунами уже есть перемена, там, то есть, в основу вошел Арафи, ну, сейчас Нигин сменил на Улайф. Да, мы уже видели, как он исполнял, не очень удачно у него получилось на Крули сыграть, честно говоря, ну, видимо, еще не сыгрались ребятки до конца. Ну, до конца, конечно, не сыгрались, потому что они, может, 2,5-3 недели играют вместе. Вот, кстати, интересный вопрос тут, проезд, полет и все такое, там, проживание, это кто оплачивает? Организаторы. То вот есть они круто. Оплачивают проезд, проживание, там, соответственно, ужины, обеды, ну, то есть, чтобы люди могли питаться, ни о чем не задумываясь. Ну, и отель, да, тоже? Тоже, и визу. Ну, визу, конечно, не в полной мере, но процентов 80-90 оплачивают. Это клево. Да, еще тут один вопросик, может быть, ты знаешь на него ответ. Почему Look at Me ушел с должности капитана и стал менеджером? Нет, он капитан команды, ну и, соответственно, менеджер. Ну, он же такой... Не играет, я он знаю. Да, вот и, наверное, и подразумевают, почему он не играет. Дал дорогу, может, молодым. Ну да. Это логично. Хотя, конечно, немного разочаровывает фанатов в плане того, что людям нравилось, как он бахает. Да, он очень сильный лесник. Ну, в принципе, он как бы играть-то не разучился, и если понадобится, он всегда сможет выступить. Такой тренер всегда, ну, да, поможет, если что. Так, а что у нас по разнице в деньгах? Я... Да там 1000 всего лишь, казалось бы, что у ГСК, ну, перевес есть какой-то, но он есть. Команда сейчас, инициатива в руках ГСК, но золото они выигрывают не так много. Потому что еще все башни стоят, сейчас первая упадет. Ну, 2000. 2000 на 15 минуте это не такое. Да, не сильно много, но мы видим то, что тимфайты, опять же, у них проходят более удачно. И посмотрите, как быстро сейчас Кракена будут забирать они. Да, Кракен заберет быстро, пойдет он в гости к команде СК, и как бы это не стало для них, ну, концом. Концом второй карты. И вообще, да, в принципе, и... на турнире, ну, на это, да. И выступление они закончат свое, если проиграют сейчас. Но я думаю, СК тоже должны проходить на лайв, к сожалению, мы... Не можем смотреть, как обновляются очки команд Life, но они должны проходить. Очень быстро падает еще одна вышка сейчас. Да, вообще практически. Мгновение. Кракен там 1000 сделал. Тедна под бафами дамажит нереально. Да, это... Ну просто как тычка, вот как отваливаются товара по 340. Вообще жесть какая-то, прям реально. Ну и они решили отойти, пока не форсировать события настолько, чтобы прям вообще в трон пойти зафармить сейчас чужой весь лес. И, может быть, дождутся еще одного Кракена на Верочку и закончат игру. Визу пока еще никто не делал. Время еще есть. Там тебя еще выше Gem269 задал вопрос. Угу. Вот, может, можешь что-нибудь ответить? Ну... Ворон, он довольно-таки сильный персонаж, и в любом случае это зависит от самого игрока, то есть как он
какие действия будет принимать, ну, именно в замесах. Я бы не сказал, что он имба. То есть и Глейв может его убить. Ну, с поддержкой, соответственно, саппорта. Не знаю, может, это стечение обстоятельств, что все вороны, ну, то есть все команды с вороном выиграли. Ну, все-таки, как бы, у ворона такая ситуация, что тебе достаточно просто вот замесь бить правильную цель, да? И вовремя нажать там ульту, чтобы от чего-то увернуться. А вот против ворона, когда играешь, ты должен правильную позиционку выбрать. Ты вообще должен тайминги угадывать, просто дичайше, чтобы твои скиллы не ушли в молоко. Конечно, чтобы он твой дамаг не засейвил своим вторым скиллом, то есть барьером. Да, да, то есть против ворона надо головой думать, когда играешь, в общем. Ну, на самом деле, играя за ворона, надо очень много думать. То есть, когда и что использовать. Вот, и инициируют СК в Gangstars, ну, пока идут только за Эмеркингом, он, в принципе, нормально урона танчит, но вот сейчас ставит он свой ультимейт, у него мало хп, заезжает фонтан, ну, попытался он себя подсейвить, врезался медик в калитку такой, типа, ну, ладно, все равно драки уже не будет, чего, можно и врезаться. Ну, сделали они фраг на саппорте, ну, не думаю, что он на что-то влияет. А вот сейчас может остаться Тед на хороший блок. Надо бежать. Пытается его загангать всей семьей, подошел здесь Леон. Ну, ребята не очень. Потратили много, а выход-то получился, в общем, ни о чем. Разбанцевал он этот, все скиллы противника. И не смогли его забрать. Так, тут еще один вопрос в чате у нас подъехал. Аркгос спрашивает. Люди, кстати говоря, бафы стакаются? Кина. Бафы? Скажи, какие бафы? Ну, бафы, наверное, если он имеет... Если кристальные и оружейные? Нет, имеет в виду, наверное, от всех саппортов там и есть. Ну, типа, активный бафы да, стакаются. Вопрос еще. Типа, вопрос, первый скилл Ордана... Ну, не совсем он как бы правильно. Естественно, все бафы должны стакаться. Да. Конечно, стакаются. Типа, если тебе дают первый скилл Ордана и второй скилл Адажио, то они оба будут работать. Они же все разные, поэтому, естественно, они все работают. Для этого и, собственно, взяты эти персонажи, чтобы бафать одновременно по максимуму. Вейнглори, как меняется ВГ? Вейнглори с каждым днем меняется в лучшую сторону. Вот сейчас у нас начинается драка. Хорошо, Тед на зафокус попытался Скарфа, однако ему сильно прилетело от Глейва. Надо как-то здесь аккуратненько сыграть. И Меркинга очень сильно ждет Скарф. Вот сейчас прижимается Фонтан. Можно на этом сыграть. Хорошо! Умирает уже сразу Фортресс. Скарф вылетел в 701 тренинга. Это, да, и ультимейт даже зашел очень красиво. Очень маг вообще бешеный, ну и все, они идут, по-моему, заканчивать. На всех парах. Там видно было по дамагу, как быстро умер Кракен. Убив Кракена, они пошли просто дальше. И все. Собственно, на этом игра закончена. Ну и вот, сейчас добивают вторую башню и, конечно же... Добивает кристалл. К сожалению, SK Gaming вылетает с турнира, а Gangstars проходит финал во второй раз. Команда Леона. Леон уже второй раз в финале. Что ж, посмотрим, сможет ли он стать дважды чемпионом квалификации. Да, ну и напомни, что вообще в финале достается победителям. Победитель получает прямой слот на живые финалы и 2500 долларов сверху. Это, в принципе, достаточно солидная сумма. Вот, слушайте, Аркот поправляет здесь про бафы. Он спрашивает про кристальный и кристальный баф одного типа. Типа он просто заменяет. Не стакается, да. Просто покупаешь новый баф, и он просто его заменяет. Да. Просто да. Время тут обновляется, ну, время бафа. К сожалению, это все. СК покидают турнир. Ну а мы, дорогие друзья, вернемся к следующей карте. Это будет Team Secret против настоящего феномена этих квалификаций, Team Клисия. Поэтому далеко не разбегайтесь. А потом мы будем лицезреть сражение СК против проигравшего вот
матче, который ждет нас дальше, там будет игра за третье место. Далеко не расходитесь. Не расходимся, скоро... друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте. Ссылочку я сейчас на нее вам проспамлю в чатик. И да, не расходитесь. Скоро вернемся. Thank you.